Понятно. Кого, блин, каталонец? 500 рублей, спасибо огромное. Привет, будем знакомы. Здорово, я только рад такому знакомству, нифига себе. Спасибо огромное, я хоть раз попаду в этого ВЗ 55 или нет? Спасибо огромное тебе. Да, здорово, здорово. Будем знакомы. Я стример Грядка. Рад видеть у себя на канале. Охренеть вы лютые. 332 альфа. 332. Блин, как же я люблю эту музыку уже. Привет. Здорово, Игорь. Так. Будем. Спасибо огромнейшее. Ну, блин, что я могу сказать? Стример дико доволен. Чё за фигня? Чё, блин, происходит? Привет, будем знакомы. Будем. Пигга. У меня вопрос. Что за сходка? Что за миллионер залетел? Это один человек или это три разных решили такой марафон небольшой устроить? По знакомству со стримером. Охренеть просто. 95%, попрошу заметить. 95%. Ну, это так, на секундочку. Будем знакомы, друзья. Обладатель трех отметок на Т95 уже Е6 в третий или в четвертый раз. Вот, все, ура. Ура, ура, ура. Но это половина. Половина того, что нам нужно 100%. Охренеть просто. Не, ну это круто. Это круто. Четко я знаю, где ты появишься, в какой промежуток времени. Привет, будем знакомы. Здорово, ананас. Будем знакомы. Очень приятно. Чё, блин? 95.01. Все. Вот они. Вот они. В высочайшей планке. Невероятный. Ой, апали. Апали планочку. Какой ужас. Невероятно высокая планка. Все. За 3 дня второй раз беру 3 отметки. Тройки лучших. Самара, здорово. Хай, Варя. Здорово. За билетик. Так точно. Че, будем знакомы, Самарус? Я думаю, будем. Это было, конечно, забавно. Я не знаю, что сегодня за день такой, но это что-то очень жесткое, то, что вы сейчас делаете. Привет, будем знакомы. Ой, блин, спасибо огромное, Ханзо. Ханзо. Конечно, будем. Это не шутка? Привет, будем знакомы. Это не шутка? Спасибо. Огромное. Да что происходит? Чё вы делаете? Привет, будем знакомы. Я уже даже не знаю, что говорить. Конечно, будем знакомы. Охренеть, что вы творите? Это что такое происходит? Объясни. Это не шутка, это все по-настоящему. Чё это? Будем знакомы. Охренеть. Дис 333, спасибо. Гладиолу, спасибо. Лео 67 Рус, огромное спасибо. Ананас. Блин, у меня здесь хреново все лагает. Ханцо. Что происходит? Привет. Стоп. Будем знакомы. Я страницу обновлю, чтобы... Может, это лагает Donation Alerts? Ни хрена не лагает Donation Alerts. Что это такое? Что за миллионер залетел? Мне кажется, это один человек, который просто... Ему... Хочется повеселиться, мне кажется, очень сильно. Охренеть. Будем знакомы. Конечно. Они просто пушат.
Я ничего не понимаю. Что сейчас происходит? Смотрел в записи с 2, но брать 100 дуплетом это сильно. Так точно, спасибо. А что за... вот у нас есть слив маны. А это слив чего-то более жесткого. Просто жесть, Каталония, спасибо за косарь. А чего это вообще? Я не понимаю до сих пор. Или не А. Или... Ой. Будем знакомы. Так. Привет. Вот что-то вот мне подсказывает, что это реальный кормик. Здорово, кормик. Спасибо за косарь. Огромное. Ой, какая жесть. Спасибо огромное за косарик. И я не знаю, я могу, конечно, вот это все вместе собрать. Но это жестко. Единственное, что я сейчас могу собрать, это себя обратно взять в руки, потому что только что я стал жестко разобранный. После такой атаки-то. Что? Да что за фигня? Какие 5К, блин? Это кормик развлекается, по-моему. А, или это он... Я чуть не подох, я подумал, это еще сразу одна залетела штука. А, на 600. Не, я не знаю, все, хватит. Я сейчас на другой танк пересяду, потому что я не смогу играть так. У меня концентрация сейчас упала на 90%. Короче, я не в теме, ток присоединился. Но если пошла такая жара, будем знакомы? Самарус, будем знакомы, конечно. Я тоже не в теме, но я в этой теме только рад быть. Я не знаю, что еще происходит. Это кормик какой-то развлекается, наверное. Это по-любому кормик. Экей Аристакис, экей сверхмега-легенда. Моногнат и так далее. Просто огромное спасибо. Что? Да что за хрень происходит? Челлендж. 5 попыток. Необходимо нанести 1000 урона. Приз 5К. Понимаю, условия непростые. Но ты постарайся. Мы верим. Это охренеть то, что сейчас было. И вот это. И дальше. Да что происходит? Я капец отвлекаюсь, но мне пофиг абсолютно. Мне абсолютно пофиг. Поехали. Лаутшот. Салам, спасибо огромное. Лаутшот, огромное спасибо. Салам, ты... Как? Какие 5 кэсов? Хорошо, ну, когда стример в хорошем настроении. У меня не сегодня день рождения. Скоро, но не сегодня. Блин. Какая вакханалия. Кормик, спасибо огромное. Салам, это просто жесть какая-то. Я не знаю. Я не знаю, просто не знаю. Это очень много. Это очень дофига. Так, ну 3800 уже есть. Надо вернуть свои законные 95 хотя бы. Поздравляю. Да мне кажется, там нефтяные магнаты пошли на обеденный перерыв сейчас. Решили чуть-чуть поразвлечься. Что-то вот мне подсказывает. Значит, я все-таки что-то по жизни делаю правильно. Раз уж так везет, так скажем. 95-11. Роман, фух, 50. Спасибо за 50 большое. Валер, фух. Покажи, пожалуйста, ссылку в описании на ивент. Не могу ее найти. Легкой тебе дороги к 100%. Спасибо, Роман. Ладно, признаюсь,
Меня купил Карбин, чтобы я отвлекал тебя, и ты не смог взять 100%. Я так и понял, Кормик. Я так и понял. Не, ну блин, вообще. Все, сегодня после тренировки пойду праздновать. Куплю себе кофе и пойду погуляю возле водички. Возле красивой, классной водички. О, боже! По пять. Значит, по пять. На чашечку вкусного кофе. Лаутшот, ну, я не знаю, как это комментировать. Какие по пять? Какие по пять? На чашечку вкусного кофе. Да в каком ресторане я должен такую чашечку заказывать? Охренеть! Блин, ну это ж так много, ну ё-моё. Тут пятёркин день, блин. Мне за стрим, мне кажется, вот именно пятёрок столько... Ну ок, по пять, как скажите. Мне столько пятерок ни разу за стрим не залетало, скажу честно. Ни разу. Блин, все, давайте остановимся. Давайте остановимся. Я продолжу играть. Постараюсь очень жестко играть, потому что сейчас... Ну, ё-моё! Ну, раз меня пошло, тогда грех не присоединится. Ой, какой же это бред вообще. Я просто не верю в эту фигню. Я не верю. Но это слишком дофига. Я даже там боюсь обновлять, чтобы посмотреть все. Я не верю в это. Но это слишком дофига, реально. Это просто слишком дофига. Просто я смотрю сейчас подряд на сообщение. 5, 5, 5. Это несмотря на то, что было до этого. Ну как? Ну как так? Я Строва, а не с Ютуба. Рекорд? Я сейчас посмотрю, рекорд это или нет. Господи, сколько! Я обновил эту всю тему. Ну, сегодня, как бы, что я могу сказать? Уже, ну, просто не... Охренеть, как много сегодня. Очень много сегодня. Прям очень-очень много. Но отвечу на поставленный вопрос. Но это еще не рекорд, так скажем. Только, блин, ну это ж так... Так плохо звучит, конечно. Блин, Кормик, ну кто ты? Кто ты? Кто ты? Кто вы? Кто мы-то? Кто вы? Кто вы все? 10-1! Нет, давайте я слезу сейчас с этого танка, пожалуйста. Можно я слезу сейчас на 95,6? Я вас прошу, дайте мне слезть. Биток. Дайте мне слезть на 95,6. Пожалуйста, дайте мне слезть на 95,6. Я сейчас хочу поиграть на другом танке. Я не могу сейчас играть... Да что это? Ну я не понимаю. Наши. Что за отмыв? Что это? Это рекорд, господа.
Ну, хоть на кофе сегодня заработал. Нет, не надо, не надо, пожалуйста, не надо. Я, блин, не могу, я что-то чувствую просто. Я чувствую, но не надо. Дайте стримеру хоть чуть передохнуть. Мне кажется, там что-то связанное с биткоином прям слишком хорошо залетело, так скажем. Это что-то нереальное. Ну, когда-то я о таком просто мечтать не мог даже. О таком дне. Я просто не мог мечтать. У меня был день в самом начале стримерской карьеры. У меня там суммарно 11 тысяч пришло, я просто всю ночь практически не спал. Думал, вот это да. Вот это жесть. Ну, то, что происходит сейчас. Тут я побью рекорд по бессонным ночам, судя по всему. Чат, ну в самом деле, просит же. Дайте какая? Человеку поиграть спокойно. Дичь. Для вас же и старается. Какая дичь? Какая дичь? Клюква, привет. На что собираем? С днем рождения. Какая дичь? Чат, в самом деле, просто ожидайте человеку поиграть спокойно, для вас же старается. Это, я не знаю, не. У меня такого не было, я даже не знаю, что говорить вообще, уже все, у меня нету эмоций. Они меня переполняют, так скажем. У меня нету слов для того, чтобы описать эти эмоции. Какие 5 строек? Корвик, ну что это? Да не пиши раздельно, пожалуйста! Пожалуйста, Салам, напиши все в одном сообщении, я тебя прошу! Кормит. Нет! Блин, это вообще дичь. Я уже все понимаю. Боже мой. Не. Да нет. Блин. Мешай. Кормик, признавайся, это ты или не ты? Не, мне кажется, не ты. Ты честный, ты ответил честно. Вроде бы это не ты. Ну, я не знаю, все, я не знаю. Я не знаю. Он еще раздельными сообщениями это кидает. Пошел на вал. Пошел на вал. Нет. Я. Нет! Не ты! Ну нет! Просто. Смотрю. Всем бы так просто смотреть стрим. Кормик, моя очередная благодарность. Одно слово за 10к, это просто дичь.
Отлично. Кому же еще надо стрелять? Именно по мне. А можно его добить, приз? Нет, нет, нет. Блин, я не знаю. Ну откуда вы? Откуда у вас такое просто... Да ладно, все, что бы я ни сказал, это будет смешно звучать. Обедать. Устрицами, фаршированными черной икрой, лобстерами. Я так понимаю, да? Закосарь. Опять начинается. Турбовод, спасибо за 500 огромное. Здорово. Здорово, брат. Здравствуй. Привет. Я тот, кого ты не пробил из Карбентин. Да? Ну так отметиться. Малышке привет. Здорово, братик. Здорово, отлично. Вот это мне нравится. Не могу пропустить, не имею права. Не могу. Не могу пропустить. Флешка, куча единичек. Ну, тогда я отблагодарю стримера. Спасибо. Присоединюсь к олигархам, так сказать. Спасибо. Так точно, спасибо огромное. Харил, спасибо за сотку. Привет, удачи в получении третьей отметки. Да, спасибо, спасибо. Сейчас. Где она? Вот она. Спасибо, брат. Невероятно. Да ну! Геля, спасибо большое. Нифига себе. За подписку спасибо, кстати. Да пожалуйста. Всегда пожалуйста. Спасибо огромное. В танках. Сэм, ты-то куда? За подписку. Спасибо, Сэмище. Пожалуйста, пожалуйста. Забавно, вообще забавно. Немыслимо. Спасибо за что-то там. Что это сейчас было? Спасибо, малышка, за еще очередной косарь. Спасибо огромное. Я не понял, как я засветился. Тут где-то ЕБР. Короче, тут ЕБР где-то.